Здорово, братва! Здравствуй, Юра. Здравствуй, Иваныч. Привет, это там. Юра. Саша. И Шаня, здравствуй, дорогой. Здорово, дорогой. Рад тебя видеть. Где Иван? Иваныч там, сзади. Александр Иванович! О, тезка. Здравствуй, Саша. Приветствую. Здорово, Лев. Приветствую. Какими судьбами? Много разных людей тут к вам ходит, я вижу. Да, бывает. Ты что, сам решил заняться? Просто мои ребята хотели потренироваться, попросили, чтобы я им реального тренера нашел как раз. Вот лучшего тренера не найти. Чего он гонит? Какие товарищи? Ну, братья мои, у меня семья большая, о, какие молодцы. А что, у нас сейчас за ношение огнестрельного сроки добавили, что ли? Нет, чисто для духовного развития. Мутишь ты, что, Санька? И валерку путаешь. Заблудить. Кстати, от пули, ни одна физкультура не спасет. Значит, ребят не возьмете, да? Если бы ты ко мне пришел за помощью, я для тебя сделал все. А тренировать твоих быков не хочу. Ты здесь. А насчет духовной пищи? Пусть они в шахматы играют. Счастливо, Лев. Работай. Валер, чего ты слушаешь этих клоунов? Мастер, не хочешь опытом поделиться? Нет проблем, давай. Окей. Миш! Миш! А! Работайте. Ну, давай, нет проблем. Спокойно, ребят. Здорово, ты парень. Извините, мужики. Может, ты меня еще бросишь? А что тебе бросать? Сам пойдешь. Кинг-Конг мертв. Чем надо оружие закупать? Лучше автоматическое.